За прошедшие сутки в Одесской области зафиксировали 1270 новых случаев COVID-19. Количество инфицированных в регионе за все время пандемии составляет 54 123 человека. Без летальных исходов за эти сутки снова не обошлось. От последствий коронавирусной болезни из жизни ушли 22 жителя региона. А вот вылечиться удалось 632 пациентам инфекционных отделений Одесской области. В опорных больницах областного центра свободными остаются 45 ковидных коек. Тем временем Кабмин Украины принял постановление о январском локдауне с 8 по 25 января. Отмечу, что на этот раз работу городского транспорта прекращать не будут. Заведения общественного питания будут работать на вынос, а в торгово-развлекательных центрах можно будет приобрести только товары первой необходимости. Также будет запрещена работа салонов красоты и фитнес-клубов. Зато официальные спортивные соревнования могут проводиться, но с соблюдением карантинных ограничений.